Я тут подумал, может нам эти полоски сверху снизу убрать? Зачем? Они ведь добавляют киношности. В принципе, ты прав. Большинство комедий не преследуют киношность. И мы можем использовать появление этих полосок дальше по сценарию для увеличения драматического эффекта. Тогда одну секунду. Вот, так-то лучше. Прям посвободнее стало. Her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran the draw. Ладно, ладно, пойдет. Хорошо, с этим заданием вы справились. Теперь кое-что поважнее. У меня давняя вражда с Доном Пепперони. 20 лет назад... Раньше мы были в хороших отношениях. В мафии были правила. Жили по закону. Но потом этот урод очень... Все по порядку. И теперь я с ним даже на одном поле... Господи, как же скучно! Ты бы лучше слушал, вдруг он рассказывает что-то важное для сюжета. Попробуй мой вафельный рожок. Вы поняли? А он не расстроится? Я бы расстроился. А вот это уже ваши проблемы. А нам передавать, что он вам скажет? Это если мы выживем еще. Если передадите, то не выживете точно. Вот адрес. Кто это? Мы от барона Сладковатка. Он помириджи Мейкарямичи. Что он сказал? Добрый день, дорогие друзья. Ты знаешь итальянский? Ну, что-то типа. Сладковато. Когда-то я тоже ей промышлял, но завязал со временем. Теперь я просто сую героин в пиццу. Пиццы? Нет, спасибо. Кого-то ты мне напоминаешь. Я? Нет, он. И кого же? Не могу вспомнить. Ладно, а к делу. Вы насчет перемирия, да? Что он сказал? Он обдумал ваше предложение, да. И нашел его довольно интересным. Ну, то есть он согласился? Ну, как вам сказать? Что он сказал? Он выразил свое уважение к вам. Прямым текстом. Что он конкретно сказал? Он сказал, попробуй мой вафельный рожок. Вы приходите ко мне домой в день свадьбы моей дочери и говорите мне попробовать ваш рожок? Фига каца! Феминина футуто! Стронци! А вот это уже совсем не из крестного отца! Вот! Вот рожок! Возьмите! Что? Оу! Откуда ты вафельный рожок взял? Лучше тебе не знать. Пошли вон из моего дома! Ему от вас что-нибудь передать? Бастарди Валидетти! О, это вы! Я вас не ждал! Заметно. Что ж, а теперь к заданию, из-за которого я с вами связался.
Ах, очередная офигительная история. Я, конечно, чувствую, что я могу об этом пожалеть. Вот. У меня был сын. Я его очень любил и собирался передать ему свою империю. Я никогда ни в чем ему не отказывал. Так вот, в возрасте 5 лет произошло ужасное. Моего сына похитили. Я искал везде, где мог. Перевернул весь город вверх дном. Не спал ночами, но безрезультатно. На его след я так и не вышел. С тех пор я продолжаю его искать. Но удача мне так и не улыбнулась. И только недавно... Вы чё, уроды, спите? С какими дебилами работать-то нужно? Да, да. А что сделать-то надо? Есть одна зацепка. Вышли тут на одного человека, который к этому делу как-то относится. Сходите, поговорите, разузнайте. Вот адрес. А, что-то у него не то с голосом. Ну, не знаю, может быть, он простыл? Хе-хе. Определенно простыл. А вон те штуки будут вас дожидаться на случай, если вы облажаетесь. Комцу мир битте. Вы не должны заниматься этим делом. Вы о чем, товарищ? Харе придуриваться. Я знаю, зачем вас сладковатка вызвал. Я уже взялся за это дело, и в ваших же интересах не мешаться мне под ногами. А что, какие-то проблемы, уважаемый? Сладковатка поручил мне это дело до вас, и я намерен довести его до конца. И здесь не только деньги замешаны. У нас так-то тоже. Уж лучше вы, чем я. Ты на кого шуршишь, пакетик? В общем-то, вы предупреждены. Вот я вас и нашел. Thank you.